Приветствую вас, друзья. Продолжаем проходить Сабнатику. Итак, в прошлой серии мы выжили, увидели эпический взрыв Авроры, посетили, по-моему, третью капсулу, и нам сейчас надо посетить 17-ю. Она вон там. Так, и что там? Капсула 17 на 100 метрах или больше 100 метров упала рядом с пещерной системой и подверглась нападению. Это опасное будет путешествие. Ну, куда нам деваться? Давайте, погнали. У нас пятая, что ли, да? У нас пятая капсула. Так, металлолом. Это у нас титан. Запасы титана. Так, 64%. Да, хорошо, что мы сделали дополнительные батареи. Было бы туго. Смотрим еще, может что-то найдем интересное. Так, есть что-то. А здесь что-то есть. Фрагмент сборщика транспорта. Отлично. Самосканирование. Да уходи, уходи, уходи. Ах, так. Скотина. Быстро наверх. Оно просто... Фух. Блин. Я не мог вырваться. Оно меня прям загипнотизировало. Что это за хрень была? Я успел засканировать? Животный мир. Плотоядный? Гипнотизер, точно. Вот она, эта штука гребаная. Вот зараза. Маленькое хищное существо с уникальным охотничьим механизмом, который позволяет ему гипнотизировать своих врагов. Внешние крылья. Гипнотизер плавает, используя несколько крыльев, которые могут наклоняться вверх и вперед по приближению к добыче. Крохотные линзы на поверхности могут наклоняться независимо друг от друга, создавая завораживающие рисунки, наполняющие мозг жертвы завлекающими сообщениями, поступающими в наиболее убедительной для цели формы. Второе. Внешний панцирь. Гипнотизер может открывать похожий на челюсти внешний панцирь, чтобы... Ошибка какая-то, 463. Поделиться своей красотой. Не сопротивляйся, он говорит. Оценка. Подплыви поближе. Да идите нафиг. Типа, чтоб схватил. Ух. Вырвались. Я хотел там, блин, просканировать еще. Опасная штука, блин, я уже стремаюсь. Так, что здесь? Еще что-то есть, смотрим. Да, сборщик транспорта. Ух, еще один нужен. Может, тут поблизости будет? Так, во, еще что-то есть. Да, сборщик транспорта. Отлично, у нас есть сборщик транспорта. Так, это опасная штука. Давайте посмотрим, что это. Или кто это. Фух, я чуть не утонул с этим, блин, гипнотизером. Опасная штуковина. Что сейчас было? Так, ладно. Какая большая штуковина. Можно засканить. Рифоспин. Сканеры ближнего действия предполагают, что данный травяной биом поддерживает обширное биоразнообразие и соединяется рядом с небольшими пещерными сетями. Что-то систем. А, вон он, вижу. Так, давайте про спину рифа посмотрим. Далеко мы отплыли, ё-моё. Ну, в принципе, капсула не так далеко. Так, что там было? Я показалось. Так, где этот? Вот она. Спина риф. И рифа спин, по-моему. О, гадский гипнотизер. Рифа спин левиафан. Данные огромные организмы достигают в длину свыше 30 метров и относятся к классу левиафан.
К счастью, они питаются исключительно схожими с планктоном водными организмами. Первый – хитиновый панцирь. Большая часть поверхности стороны существа и часть его нижней стороны защищены толстым многослойным экзоскелетом. Это свидетельствует об эволюционном пути, отличном от остальных существ на 45-46B, большинство из которых – позвоночные. По всей видимости, вид рифоспинов смог вырасти намного больше прочих травоядных потому, что все достаточно большое, чтобы проломить его панцирь, давно вымерло. Второе – коконы с ферментами. Внешне схожи с водорослевыми железами газобрюхов, эти органы на нижней стороне рифоспинов служат в его пищеварительной системе некой неизвестной цели и способны выбрасывать небольшое количество желудочных ферментов в окружающие воды. Третье – собственная экосистема. На панцире спинорифа растут скопления различных моллюсков и растений, укоренившие в древних трещинах и в хитине, используя мобильность как защиту от поедания. Тем не менее, рифоспинов преследуют быстрые и голодные травоядные. Таким образом, данные особи левиафана являются передвижной экосистемой, которую саму по себе можно изучать годами. Четвертое. Жизненный цикл. Жизнь рифоспинов длится многие столетия, если они переживут начальный цикл роста. Первые несколько десятилетий их малый размер делает их уязвимым для плотоядных левиафанов. Социальные путешествуют небольшими группами и общаются с помощью эхолокации. Поведение соответствует слаборазвитому сознанию. Оценка является домом для растений, мелкой рыбы и богатых металлами моллюсков. Так, ладно, погнали дальше. Это нам что, ничего не говорит? Так, что у нас тут появилось? Новое костюм. Переносной сборщик и все, да? Да. Это вот эти. Убираем сразу. Погнали. Сейчас что-нибудь да найдем. Может, схему какую-нибудь интересную. Так, самое главное, у нас есть сборщик. Оу. Мотылек, фрагмент мотылька. Замечательно. Сколько нам? 3. Соль? Сейчас посмотрим. Сканирование показывает расположенный неподалеку вход в пещеру на глубине 90 метров, ведущий в неизвестный экологический биом. Это был лазерного рецака. Во. Он нам так... Ой-ой-ой-ой-ой, я понял. Да, глубоковато все-таки. Да, сейчас будем делать, в общем, знаете, что баллон максимально большой. Давайте заберем здесь КПКшку. Что еще здесь есть? Ни хрена. Все разбито. Бортовой журнал капсулы 17. Журнал Ози. Первый день после крушения. Я не понимаю ни черта. Мне страшно и наружу я не высунусь. В воде под люком тени, но я не могу сказать, то ли это камни, то ли инопланетные твари. Да еще какие-то непонятные пещеры рядом. Чего мы только не везли на Авроре для постройки фазовых врат. Переносные сборщики транспорта, биореакторы, пропульсионные пушки. Даже кинотеатр у нас был, и спортзал с невесомости. И мое кафе. Как такое могло с нами случиться? Почему за мной никто не приходит? Да. Ладно. Так, что за чертеж? Мотылек. Мотылек. Мотылек – одноместный транспорт с независимой сменной энергоячейкой и полной свободой персонализации внешнего вида. Маломощные всенаправленные толкатели позволяют ему одинаково хорошо работать как в воде, так и в космосе. А, вот это универсальная штука. Большинство кораблей большей дальности несут по крайней мере два транспорта данного класса, чтобы облегчить изучение и освоение малых астрономических тел. Однако их также можно изготовить в обычном переносном сборщике транспорта. Характеристики. Максимальная скорость 13 метров в секунду, ускорение 5 метров в секунду, дальность хода на одной энергоячейке 10 км, критическая глубина погружения 200 км,
метров, количество слотов под модулю улучшения 4, размеры 2, экипаж 1. Мотылек может быть модифицирован путем установки модуля улучшения в отсек, находящийся на крыле. Они включают увеличенное хранилище, повышенный запас энергии, компенсатор давления и столкновения, улучшенный гидролокатор, элементы защиты. Примечание. Эти модули могут быть изготовлены только в специальных стыковочных шахтах, оборудованных модификационными станциями транспорта. Мотылек. Куда угодно, кроме суши. Так, да. Погнали. У нас сообщение. Скоро батарейку менять в глайдере. Так, мы продвигаемся все дальше и дальше. Я знаю, это растение можно сканировать. Так, я сейчас заблужусь, доплаваюсь. Почти приплыли. Стоять? Да почему не берешься, а? Ага. Оксиджин, оксиджин, да, знаем. Говорит Эвери Куин с торгового корабля «Солнечный луч». «Аврора, вы нас слышите? Прием?» «Один только вакуум. Ох уж эти корабли Альтеры. У них заканчивается смазка в двигателе, они шлют сигнал СОС. Предлагаешь им помощь, они не отвечают». «Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам все еще нужна наша помощь? Прием?» «Попробую еще раз завтра. Чертов устав заставляет нас прожигать наши кредиты, бегая на побегушках у Альтеры. Тем временем посмотрим, что поймают сканеры дальнего действия». Да, немножко запаздывает. Быстро они говорят? Да-да. Так, ладно. Чё я хотел? Мотылёк. Я хотел мотылёк. Так, говорит, так, это понятно. Давайте изготовим, наверное, посмотрим, как изготавливать кислородный баллон. Так, стекло, титан, серебряная руда. Серебряная руда. Где мне эту серебряную руду искать? Давайте поищем где-нибудь. Что здесь? Глайдер у меня есть. Титан только если забрать, в принципе, можно. Сейчас поищем. Так, это титан. Ага. Ошметки, обломки. Тут какой-то красный биом, по-моему, был, да? Вот в нем можно посмотреть. Это зеленый биом. Сколько здесь растений. О, тут рассвет хоть наконец-то. Хоть что-то. Давайте за ним посмотрим, может будет там. Так, с водой. Вода. Да, тут одни растения эти. Зеленые. Так, давайте посмотрим. Здесь снова зеленый биом. Да что ж такое? Что это? А, это Reef of Spin. Да? Да. Давайте посмотрим здесь. Так, какие-то опасные существа. Все, ух ты. Грозди такие. Давайте поднимемся. Иначе у нас кислорода не отхватит. Хорошо. Эй, хорошо.
Мы далеко отплыли. О, там песок прям. Здесь что-нибудь есть? Здесь ничего. Да. Резак. Еще один нужен. Так, проблемка. Ух, ё-моё, обнаружена радиация. Нет. Внимание, кислорода осталось на 30 секунд, я понял. Почему радиация? А, мы близко, что ли, подплыли к этой штуке? А, офигеть. Давайте туда плыть. Нельзя туда близко. К Авроре. Но я хотел бы здесь посмотреть. Пройдена отметка 100 метров. Ага, понятно. А, да блин, я хочу вот эту засканить. Я понимаю, обнаружена радиация. Давай. Сканируй. А, еще один нужен. Внимание, скоро кислорода осталось на 30, я понял. Уходим. Ушли. Сейчас еще, не знаю, получится, нет? Мне нужен мотыль. Слишком близко. Так, смотрим. Хорошо. Так, там еще разрушение. Капсула. Давайте посмотрим, может тут кусок мотылька все-таки найдем еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Мне маленький кусочек только. Хотя бы один. Нет. Я, по крайней мере, не вижу. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не хочу. А что такое? Так, капсула. Давайте смотрим эту капсулу. Шестая, да? Так, что такое? Не буду смотреть нафиг. Так, здесь... Ух ты, ё. Давайте будем смотреть здесь сейчас. Влазить. Так, спокойно. Так, здесь что-нибудь да найдем. Ты кто? Свинец, ничего себе кусок. Соль. Нифига здесь нет. Ты кто? Ты что? Фрагмент биореактора. Хорошо. Тут прям вкусностей много. О, есть, нашли все-таки. Замечательно. 30 секунд. Да я понимаю, что... 30 секунд. Так, у нас мотылек есть. Отлично. Можем погружаться гораздо глубже и плавать в нем гораздо дольше. Давайте еще опустимся, посмотрим, что мы можем здесь найти. Интересные какие-нибудь вещички. Здесь ничего. Ты кто? Фрагмент комнаты сканирования. Нужная вещь. Сразу причем. Причем сразу. Отлично, эта вещь нужная. Так, здесь что? Металлолом. Не хочу даже сканировать, время терять. Потому что это... Короче, погнали. Я еще должен кое-что, чтобы найти. Так. Серебро мне нужно. Вот что мне надо.
Ой, как я подлетел. Погнали за серебром. 7% аккумулятора маловато будет. Так, вот здесь. Свинец. Известняк, да? Медь. Ну, это пригодится. Медь. Хорошая вещь. Ты кто? Золото. Замечательная вещь. Я понял. Так, здесь куча обломков. Будем искать. Да, серебро нужно. Но где его искать? Ой. Там плавающая какая-то штуковина. Металлолом таскает постоянно. Как я рад, что мы комнату сканирования нашли. О, я понял. Погнали. Как глубоко. Не, я туда не попрусь сейчас. Мне просто не хватит. Так, снова сообщение пришло какое-то. Смотрите-ка. Так. Что мы здесь имеем? Комната сканирования, да? 100 пудов. Ой, не сканирование, а сборщик какой-то. Да, сборщик транспорта. Не, это нам не надо. Так, что ты имеешь тут? Титан. Титан, что у нас там с местом? О, места дофига. Я понял. Только вот я не пойму, где искать серебро. Что это? А, типа посканирую это, да? Не хочу. Рифоспины ревут. Так, здесь. Свинец. Уже что-то новое. Ух ты. Тут что-то есть интересное. Я знаю, что это. Биореактор. Давай, есть. Биореактор есть. О, как прикольно рифоспины выглядят. Так, и ныряем. Так, это у нас что? Фрагмент комнаты сканирования. А у меня он есть. Но... А, нифига. Это фрагмент комнаты сканирования. Так, биореактор, понятно с тобой все. Значит, надо еще искать. У меня нет комнаты сканирования. Да что вы, блин. Комната сканирования нам дает, где находятся ресурсы. Где бы еще найти такие комнаты сканирования, куски? Здесь мы все изучили. Наверное. Воу. Ошметки там валяются.
кто там хвостом машет. Ищем фрагменты комнаты сканирования. Так, мотыль. Ни хрена не мотыль. Это что-то интересное сейчас. Ай, как глубоко. Мне нужно серебро. Да, здесь очень глубоко. Я понял. Биореактор? А у меня он есть. Ну что такое, а? Это плохо. Так, ладно, здесь мы ничего не найдем. Внутрь зайти мы не зайдем. Так, а здесь мы были, да? Вроде бы как бы. Или нифига не были. Да нет, были, наверное. Так, что нам с серебром делать? Я даже не знаю. Да, здесь нифига. Ты кто? Лазерный резак. Да, лазерный резак у нас теперь тоже есть. Это пустое. Здесь все пусто. Обнаружен высокий уровень содержания чужеродной бактерии. В воде рекомендуется провести самосканирование. Сейчас проведем, подождите-ка. Ладно. Погнали отсюда. Ничего здесь интересного нет. Ты что здесь? Так, у нас лазерный резак уже есть. Ой-ой-ой-ой, 10 секунд. Не очень приятно. Там камушек видел, может там ресурс какой-то нужный. Титан. Все не то. Медь. Серебро. Компоненты проводки на основе серебра. Это важный компонент многих модулей жилища. Я уже понял. Так, здесь серебро есть. В принципе, баллон можем сделать. Более емкий. Давайте еще посмотрим здесь. Порыскаем. Ты что? Это сборщик транспорта. Нам не надо. А ты что? Сборщик транспорта. Лазерный резак. Не надо. Блин, стемнело. Фигово. Титан. Медь. Ничего интересного вообще. Ну, в плане ресурсов. Маловато. Маловато будет. Ты что, соль, да? Ой-ой-ой, понял. Надо подниматься. Все, короче, погнали делать баллон, иначе тут бесполезно что-либо ловить. Мы далеко и так отплыли. По пути, может, что-нибудь пособираем так. Так, вот еще есть. Медь пригодится. Титан тоже. За нами, что ли, так охотится? Может быть. Так, вот есть. Титан.
Все, нам это не надо. Да я уже понял. Нам нужно больше ресурсов. Медь. Все не то. Ладно. Сборщик транспорт. Иди нафиг. Ух. Аж до мурашек нафиг. Надо было замочить эту рыбу. Так, есть сообщение интересное, да? Но. Сперва. Так, нам надо стекло. Это кварц. Кварц. А у нас что, нет баллона? Да ладно, нет баллона. Вот баллон же. Да, баллон. Так, стекло, два кварца. По-моему, два кварца надо, чтобы стекло сделать. Или, не знаю. Да, два кварца. Стоп, там два стекла. Нет? Ёперный дядь. Так, подождет меня это самое. Так, во. Да что эта карта мне нафиг не нужна. Во. А, инвентарь полон. В смысле полон. Совсем полон или чуть-чуть полон? Да, отключись. Нам некуда уже складировать. Все наше барахло. Так, стекло. И да. И офигеть, 135. Кроме против 75. Замечательно. Аврора, это снова солнечный луч. Мы только что обнаружили большое поле обломков в ваших координатах. Я не знал, насколько плохо... Сколько вас? Я не знал. Мы сейчас в пути к вашему местонахождению. Мы заберем вас домой. Солнечный луч, конец связи. А что я еще мог сказать? Единственный раз, когда я сажал такую бандуру на такую маленькую каменюку, было в виртуальной реальности. И тогда я облажался. Ну да, это плохой расклад, но альтернатива не лучше. Пополните запас жидкости, нам говорят. Так, давайте что-нибудь приготовим. Вода и еда. О, еды надо много, ё-моё. Кстати, пескун соленый хорошо идет. По-моему, да. Полезное питательное белье вызывает обезвоживание, но хорошо хранится. А, вон что, нет. Так, сожрем сейчас пескуна. Где соленый? Соленый? Минус 2, да? Ну, давайте. Ух ты ж, ё-моё. Отлично, и вода чуть-чуть пополнилась. Ну, еще дополним. Итак, что мы имеем? Да мы нифига ничего не имеем. Так, у нас меди дофига стало. Выгрузим все это барахло. У нас переполнение, да? Итак. Наши действия. А, давайте сделаем сборщик. Сколько он там? И чего стоит? Это что пропульсионная какая-то пушка? Так. Титановый слиток. Это дохренище титана надо нам. Смазка и энергоячейка. В принципе, энергоячейку мы можем сделать.
Две батареи есть, силиконовая резина нужна только и все. Говорит, силиконовая резина. Давайте тоже силиконовую резину. А, ну в принципе... Энергоячейка, да, говорите? А, вот. Не хочется тратить. Блин. Сколько в тебе? Так, это 0. Вот так вот. Так, думаю, разумнее. Заряженная энергоячейка будет. Так, что у нас? Энергоячейка. Замечательно. Так, теперь. Смазка. А у меня что, нет смазки? У меня нет смазки. Но мы сейчас ее сделаем. И дохренища титана. Так, титанового слитка, точнее. Так, 10 штук надо. Ничего себе. А у меня здесь его нет? А, слушайте. Все замечательно. Даже по перебору и сделал. Все, у нас есть сборщик транспорта. Так, отлично. Уи. Так, так, так. Давайте где-нибудь здесь. Так, смотрим. Стоп, нафига, я только титан... А, блин. Титановый слиток сделал, а сборщик сам не сделал. Ну вот теперь у нас он есть. Разверните сборщик. Сейчас развернем. Замечательно. Что у нас есть? Транспорт. Мотыль. Энерго нафиг ячейка. Титановый слиток. Смазка и свинец. У нас есть все это. Практически можно сделать. Блин, без проблем. Без проблем. Как говорится, берем инструмент. Погнали. Нам нужно дофигищи металлолома. Да. Так, ты кто? Медь. Пригодишься. Вот металлолом. Нет, это не металлолом. Блин. О, как приятно, когда баллоны такие прям нормальные. Можно плавать долго под водой. Но не дальше 100 метров. Вот он металлолом. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу коцаться. Нафиг, нафиг. Да, кстати, насчет рыб. Пескуны. Не, они хотят ловиться. Вы мне нужны. Еда. Снова сообщение. Но подождите со своим сообщением. Мне нужен титан. Во, подзаправиться можно здесь. И засканим его. Сейчас меня укусит за задницу. Так, местные формы жизни. Давайте читать. У нас тут кислород есть. Так. Комната сканирования. Комната сканирования. Это... Продвинутый модуль базы может превратить небольшой фортпост в развивающуюся научную или разведывательную станцию. Трехмерный дисплей, система может сканировать и определять конкретные материалы. Да, вот это самое то.
Энергетика. Биореактор. Биореактор, это если не ошибаюсь. За счет брожения газ вырабатывается, газ сжигается и, короче, энергия вырабатывается. Да, вырабатывает энергию пропорционально калориям в органической материи, да. Также может перерабатывать животную материю, жир, мышцы, ядра и так далее. Ой, там штука эта плавает опасная. Так, местные формы жизни. Коралловые. Мозговой коралл, где мы сейчас стоим. Мозговой коралл. Постоянно растущая колония микроскопических организмов. Этот вид кораллов приспособился фильтровать углекислый газ из окружающей среды, используя углерод для построения колоний, и вытеснять кислород из специальных выпускных воронок. Они очень выносливые. Предположительно, образец, собранный со взрослой особи, можно вырастить искусственно. Оценка. Воздушные баллоны способны улавливать кислород из воды там, где это возможно. Хорошо. Погнали. Там повисла какая-то штука. Ай, да что ты будешь делать? Давайте просканируем. Ладно. А, собрать. Соберите. А нафиг оно мне надо? Давайте соберем. Показывает же, что надо собрать. Все. Так, ладно, еще. Ищем титан. Нам нужен много титана. Так, это ремонтный инструмент, да? Сейчас меня укусит. Ай! Ай-яй-яй. Хорошо. Смотрим. Еще один можем титан. Или отсюда взять. Два только, да? Давайте ресы еще возьмем. Кусок известняка. Так, что у нас покажет? Эти необычные геологические структуры часто образуют вокруг месторождений титана и меди и специфичны для этой планеты. Тщательный анализ показывает, что окаменелость вокруг металла устойчива к эрозии. Однако механизм остается неизвестным. Оценка: источник титана и меди. Это известняк. Ладно, погнали перерабатывать. Ой, мы далеко. Уперли. Вообще далеко уплыли. Да, вот что значит баллоны большие, да? Что-то мы не полностью зарядили. Да, он долго заряжается. Сборщик. А, полный инвентарь. Да, есть сообщение. Сейчас почитаем. Ну, значит, сперва переработаем все. Замечательно. Так, ну, в принципе, мы можем уже... Чем мы там можем? А, ну что я себя выпрыгнул-то? Можно и с планшета посмотреть. Транспорт. Так, энергия, титановый слиток. Стекло. Давайте титановый слиток теперь сделаем. Стекло нам надо. Что за стеклом сгонять? Давайте еще. Нет, титановый слиток пока не будем делать. Меди у нас предостаточно. Гриб один. Ага, мы не можем даже. Кислотных грибов дофига надо. Знаю, сообщение пришло. Так, смотрим. Две батарейки.
Так, медная руда. Я возьму еще медной руды. Так, энергоячейка, давайте делаем. Ой, надо было поменять. Плохо. Так, грибы. Грибы. Давайте еще, наверное, две батареечки я сделаю. Три грибочка возьму. Замечательно. Потому что для глайдера нужны они. Чего? А, понял. Кусочек медной руды. Совсем чуть-чуть. Отлично. Так, сейчас за кристаллами сгоняем. Стекло мне нужно. Ближайшая пещера. Где-нибудь здесь. Пузыря схватим, может. Аккуратнее, здесь опасные эти титан. Отлично, все хорош. Берись. Да, еще вот. Так, пескуны. Сюда. Вы тут втроем плавали. Да что ж такое? А ты вкусный? Кольцевик. Не знаю, не уверен. Так, надо сделать воды. Сколько нам изучать, да? Просто колоссальные размеры всего. Вода. Хорошо, один оставим. Так, энергоячейка есть. И три батареи даже есть. Отлично. Делаем стекло. Парочку, наверное, сделаем на всякий случай. Потому что везде используется, я смотрю. Так, теперь смотрим дальше. Смазка и свинец. Свинец у нас есть. Свинец. Вот он. Да, мы как-то его подобрали удачно. Смазку сейчас возьмем. Сделаем. Так, ориентируемся нам туда. Куда-то. Вроде бы туда. Далековато, блин. Да, вот здесь. Ой, как много здесь грозди целые. Ну, даже не знаю, брать остальное. Зачем я так много взял? А, смазки наделаем. Может, резины даже. Надо было еще взять. Фиг с ним. Просто так я не могу этих упустить. Бедные животные. Да что такое? Хорошо. Водичка плавает. Ладно, пусть дальше плавает. Они тут распаунятся, что ли? Сразу с водой решили проблему. Но пока это единственное наш... вариант такой. Ничего с этим не поделаешь. Жалко, конечно. Давайте сделаем вот это. И съедим его. Так. Водички нет. Да, пойдет. Так, смотрим. Смазка. Да, давайте резину. Еще, наверное, смазку сделаем. Чего? А что случилось? Энергия 2,75. Я тут энергию всю выработал. А, во, пошло, наверное, набираться.
да. Энергия 0,75. Точно, энергии не хватает. Закрылась. Да, бывает и такое. Так, убираем эту штуку. Слушаем. Энергия, ты там набирайся. 0,75 мне никак. Не камильфо вообще. О, 3,75, хорошо. Так, читаем. Или слушай. Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Говорит второй помощник Ин со спасательной капсулы 19. Капитан погиб. Я принял на себя командование. Последнее, что сделал капитан, отправил мне координаты суши. Мы перегруппируемся в 1,5 километрах к юго-западу от места крушения. Держитесь вместе и удачи. Это сообщение будет повторяться. Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Сколько? 1279. Ничего себе. Так, мне вот эта штука нужна. Так. Там темно и страшно. Есть. У нас все есть. Так, еще раз. Уи! У нас есть мотыль. Мотылище. Я не пойму. А, вот он. Сборщик. Быстренько мы. Так. Мотылек является быстрым и безопасным средством транспорта. Но помните, что плавание превосходно сказывается на ваших ягодичных мышцах и уровне эндорфина. О, да. Добро пожаловать на борт, капитан. О, какой он такой валкий немного в управлении. Так, энергия. Замечательно. Так, и куда нам? И куда нам теперь? Да, вот туда. Так, место последней передачи от кого? От второго помощника Кина. 1280 метров. Так, есть суша. Отлично. Просто замечательно. Так. Погасили все. Ну что, друзья, отправимся в следующей серии туда. Да, капсула 19. Будем исследовать дальше. Спасибо, кто был с нами. Присоединяемся к следующему видео. А как тут выйти? А, вот как. Всем счастливо, всем пока. И всем удачи.